то просто можно эту программу внедрить на водную среду тела, и она начнет работать. Ну, то есть именно так, как нравится, да? Да, да, да. То, что тебе бы хотелось. Общаться на ты. Ага. Привычка. Привычка. А вы по своему меридиане у вас замкнуты, да? Когда вот вы именно тестируете. Это просто для меня мышца-индикатор. Я могу выбрать любую мышцу. Я могу эту выбрать мышцу как индикатор. Там, например, скажи да, скажи нет. Да. Ну, первая, которая, в принципе, давай, третья. А там, где прочерк, свое имя оставляю, читаю вслух с выражением. Я, Юрий, сейчас и всегда получаю деньги и все, что мне нужно, с легкостью и с любовью. Держи руку сильно. Это правда. Видите, я аж рука треснула. Да, все сильно, отлично. Еще что-нибудь там хочешь проверить? Так. Как себе подаешь? Сейчас. Я, Юрий, сейчас и всегда на 100% освобождаюсь от своей веры и недостатка. Держи. О, а здесь ослабленный ответ, четко. Видите? Ну, мы можем пойти значит, двумя... Не верит, да? Да, смотрите, вот здесь можно пойти двумя путями. Либо закатать сразу эту программу на водную среду, либо убрать, поработать с причиной. Ну, давайте с причиной поработаем. Ножки сдвинь и раздвинь. Держи корочку. Давайте мы понтюшки все эти положим. Вот чтобы там круто на видео смотрелось. В настоящем, в прошлом. Настоящего до 40, от 40 до 30, от 30 до 20, от 20 до 10. Роды, внутриутробно, зачатие, ДНК. О, смотрите. Вот здесь мы вышли, как раз человек заказывал программу ДНК. Вот пространство откликнулось. Так. Ну, вот, посмотрим. А ну-ка, держи. Точка я, точка папа, точка мама. По женской линии. Ну, обычно, если выпадает уровень ДНК, то, исходя из последних моих знаний, ножки с дневной, то там обязательно будет присутствовать какой-нибудь чудесный меридиан, потому что самыми первыми возникают чудесные меридианы. А у меня есть остеопатические ключи работы с чудесными меридианами. Поэтому я сейчас еще и подключу остеопатические ключи, чтобы глубже отработать. Вроде нельзя сидеть на линии. Майду, Яньцзяо, Яньвэй, Майдай, Майчун. О, Майчун сработал. Так, держи ручку сильно. Ну, остеопатический ключ, либо грудина, либо расслабь челюсть нижнюю. О, видите, здесь у нас в нижней челюсти дает отклик, опускай. Я сейчас просто все, что в этой кости содержится, опять соберу к себе в сэндвич в этот энергетический. Расслабь просто челюсть. Угу. Так, и подключим, посмотрим, какая же эмоциональная программа влияет. Безразличие, разобщенность, заброшенный, нелюбимый никем, непринимаемый. С
Скажи, я чувствую себя непринимаемым. Я чувствую себя непринимаемым. Точно. Ножки сдвинь и раздвинь. Стопроцентный доступ к духу. Стопроцентный доступ к тонким телам. Стопроцентный доступ к запасной коррекции на всех уровнях и измерениях. Подавление. Молча про себя проговаривай, спокойный. Ага, а эта программка, первое, что дает, она дает чувство не совсем безопасности. Затем дает чувство гневливости в форме сдерживающей ярость. И обязательно, ага, должно быть программа такая, что я не на 100% всегда чувствую, что я подготовлен. Бывает такое, что вот я закончил курс, вроде меня считают там самый лучший, а я чувствую, что не до конца. Точно. Вот эта программа из рода идет. Но сейчас мы ее чуть-чуть сбалансируем. Держи. Отлично. Все, порядок. Подавление, водоувлажнение, обезвоживание, минеральные вещества. Стопроцентный доступ к безопасной интеграции, стопроцентный доступ к безопасному сбросу контура. Ножки вместе вбрось, вода, увлажнение, обезвоживание. Глубокий вдох-выдох. Ну, опять же, все проверяем. Держи. Скажи, непринимаемый. Непринимаемый. Спокойный. Спокойный. Ожесточившийся. Ожесточившийся. Охраняемый провидением. Охраняемый провидением. Сдерживающий ярость. Сдерживающий ярость. Подготовленный. Подготовленный. Выбор есть. Выбор есть. Отлично. И вот, пожалуйста, читай, слушай, дай. Что еще? Нет, вот это то, на что не подложить бумажечку. Угу. Я Юрий, да? Да. Я Юрий сейчас всегда на 100% освобождаюсь от своей веры и недостаток. Держи. Недостаток. Ну, разницу существенно. Mm-hmm. Правильно? И эта программа будет работать. Все, психика в нее верит. Обычно же все говорят, вот там аффирмации, у кого-то срабатывают, у кого-то не срабатывают. Здесь понятно, почему они срабатывают у одних, не срабатывают у других. Если есть системное место, что психика верит в это, тогда она будет срабатывать. Если нету системного места, то ты хоть там миллион раз говоришь, что я там богатый и здоровый, а вот тебе с двух рук. Так, ну что, заканчиваем, да? Приняло ли тело результаты коррекции? Да, могу закончить здоров. Коррекцию. Да. Будь здоров. Ну, обычно прием мой еще, это я не так уж супер глубоко. Вообще, тестирую я по 42 мышцам. На приеме, на полном. Угу. Это так. Вы собираете информацию. А что-то все, чувствуете классно. Или... Супер. Или смотрите, как я собираю информацию. Да, чувствую. Но я чувствую просто разницу ответов. Смотрите. То есть потестируем мы этой мышцы, да, потому что она... Кинезиологи, которые работали, они заметили такое дело, что бывает... Сделал коррекцию, а ничего не поменялось. Почему? Поменяли позу, поменялось. Как выясняется, есть у нас в теле такие клетки, они называются проприорецепторы. Они могут
А вообще они передают информацию обо всем, что происходит в теле. Там пальчик поставил, а все, тело об этом все знает. И эти клетки, проприорецепторы, они могут какое-то время хранить информацию. Ну, если мы двигать не будем. Мы дали информацию. Если клетки не трогать, то они будут эту информацию держать. Ну вот смотрите, покажу сейчас вам. Я сейчас намеренно ослаблю руку. Вот она сейчас сильная, да? Я намеренно эту мышцу сейчас ослаблю и сделаю вот так. Этих клеток проприорецепторов, их много в суставах. В частности, в тазобедренном суставе и в височно-нижнечелюстном. Сейчас, если кто-то подойдет и попробует, то у Юры будет сильная рука. Вот подойдите кто-нибудь и попробуйте вот его сейчас просто, ну так, слегка придавите, да, о, хорош, не надо сильно продавливать. А теперь смотрите, я его взял и попробуйте теперь. Ну да, чуть-чуть. Ослабло, да, правильно? А почему? Потому что информация об ослабленном ответе у меня здесь. Но я ее могу передать Юре. Ножки сдвинь и раздвинь. Теперь эта информация находится, не двигай тазом. Если он подвигает тазом, информация уйдет. А ну сейчас проверим, сбросил он или нет. Держи ручку. Нет, не сбросилась информация. Вот, сейчас эта информация об ослабленном ответе находится в Юрином клетках проприорецептора. Как бы теперь показать, мы попросим временно перегрузить мышцу и попрошу, сделай очень сильно-сильно. И теперь что я? Теперь занес сильный ответ в контур. Я занес к себе в контур сильный ответ. Если я сейчас дотронусь, вот смотри, попробую ручку. Она ослабленная. Ну, вроде нормально. Ну, уже, значит, тазом покрутил и перегрузился. Давайте мы быстрее чуть-чуть сделаем. Ну-ка, держи. Есть. Так, проверь. Ослаблено. Отлично. Ножки раздвинь, сдвинь, раздвинь. Так, я убрал, держи. Пробуй. Уже успел перегрузиться. Но она гипотоничная, но уже сильнее, чем. А вот, ну просто это быстро нужно работать, тогда мы будем все это дело сохранять. Ну факт тот, что понятно, что да, есть такое свойство. То же самое произойдет, если я буду использовать вот этот сустав. Абсолютно то же самое. А теперь я это свойство использую для того, чтобы набирать большой массив информации. Чтобы с каждым отдельным битом информации на него не делать коррекцию, я набираю такой энергоинформационный сэндвич, а потом делаю коррекцию. И здесь я использую систему как два магнитофона. Вот сначала занес сюда, чтобы мне сюда добавить, что я делаю? Открываю рот, то есть я добавил информацию сюда. Смотрите. Здесь какой-то есть информация, поставил сюда. Еще тестирую, перекидываю информацию сюда, перекидываю сюда и закрываю рот. То есть этим самым вот таким действием я добавляю сюда еще определенные биты информации. Вот эту технику ее изобрел кинезиолог австралийский Алан Бирдал. Вот. То есть здесь идет работа такая, набирается информация, а потом делается быстрая коррекция энергетическая. А быструю коррекцию энергетическую разработал Филипп Раферти. Значит, что он кинезиологом, уже давно работает, он инструктор по целебному прикосновению,
Потом он увлекся рейки, увидел, как работает энергия рейки. Вот. И начал применять, но это долго. Рейки в кинезиологии? Ну, вот это то, что я делаю. Это целительная энергия. Но здесь я не получал никаких посвящений рейчных. Здесь просто у меня в качестве допусков я использую мудрые, ну то есть определенные пальцевые замыкания. Дух вам дает посвящение? Ну, либо так. Все, у вас изначальное сознание, ну, появилось на это. Хорошо. Вот он ускорил это действие тем, что ему показали какой-то там быстрый удар в сердечную чакру в цигуне. Он, короче, это все соединил, слепил. Получилась такая коррекция быстрая. Ну а потом мне еще ребята, которые занимаются жестко так, духовными практиками, говорят, да, через сердечную чакру можно все пережигать. То есть все эти самые стрессы. Вот то же самое здесь и работа идет с духом, да, с чем? Вот с этой энергией Творца. И здесь в качестве вот помощника я выступаю дьяволом. Может, хорошо. Расслабляю.